Арина, подай, пожалуйста, свечную на 16. На 16. Вы уже догадались? А мы традиционно на Кубке Республики Беларусь по автокроссу. Держи. Все готово? Да. Мы можем начинать? Конечно. Находимся в трассе Тулова. Это очень знаменитая трасса, которая любима очень многими спортсменами. С удовольствием сюда приезжают. И сегодня у нас проходит Кубок Белоруссии по автомобильному кроссу 2017 года. Устали немного в такой борьбе. Трасса сложная у нас. Вот, ну, будем продолжать бороться. А на руках подрастающее поколение уже с детства приучайся. Конечно, конечно. Покажи, как ты это делаешь. Очень серьезная конкуренция, особенно именно в баге, в D3 Sprint. Очень серьезная конкуренция тут. Где-то участвуют сегодня спортсменов более 120. Участвуют спортсмены у нас со всей Белоруссии. Есть гости из Смоленска, с Калининграда. Я думаю, что это радует всех зрителей, которые могут поболеть и посмотреть спортсменов не только нашей Белоруссии, но и из России. Примем все усилия, чтобы эти соревнования как можно чаще проводились у нас в Витебске. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.